Всем привет, друзья, это снова я. Сегодня я приехал на Аку, а именно на Цимлянское водохранилище. Попробую половить окуня на микроджиг. В общем, смотрите, как это будет. Наверное, одно из самых популярных мест, куда ездит очень много рыбаков. Я здесь, конечно, наловил рыбу, но все мои друзья не любят это место, потому что клюет здесь как-то очень странно. Ребята, это жопа. Я ловлю уже минут, наверное, 40, а камера все это время не снимала. Что-то заглючиваю сетикарту. Поймал уже, не знаю, с десяток окуней. Я расстроен, ребят. Ничего себе. Ну вот такие вот окуня клюют. Ну я расстроен, ребят. Да, ну ладно, что делать. Ничего страшного. Ловлю я здесь редко. Но я думаю, теперь буду ловить чаще. Потому что клюет, слушайте. Вот уже клюет. А он жерешок маленький гоняет. Здесь, получается, идет такой свал. Метр, наверное, 3 глубиной. Он причем идет по всему этому берегу. Присмотреться. Ну, вы, наверное, не увидите, но прям сразу глубина начнет. Ух ты. Клюет как на нижней бровке, так и на верхней бровке. Ну, вот эта приманочка работает сегодня, как я понял. Фанатика. Доджер или даггер как-то. Короче, слаг такой. Сегодня я на него ловил с утра еще, когда видео не снимал. И клевало неплохо. Видали? Парень клюнул. Очень забавно. Они прям вдогонку бегут. Ах. Прям. О. Голодная рыба. Вот они. Блин, были крупней. Сейчас я могу что угодно говорить. Поймал окуня на килограмм. Видео не записал. Но были крупней. Оп, 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 огромный окунь, огромный цимлянский окунь, ребята. Ну, ну, вот такие, да, бойцы клюют у нас сегодня. На уменьшение идем, как я понял. Ну, микроджиг, микрорыба, все сходится. А, сразу.
Какой-то он тут небольшой, небольшой окунюк. Не хочет он сегодня красоваться перед камерой, стесняется. Ух, подвис. Оп. Какой-то, смотрите, обгрызанный парень. Бам. Да, молодец. Ну, душу можно отвести. О, что-то побольше. Что-то побольше. Ну что, сфоткаемся, парень? Слушай, тебя кто-то грыз, с тобой я не буду фотографироваться, ты некрасивый. Кто-то его хотел съесть. Возможно же его брат. Ну да, фанатик здесь, вот этот цвет, работает хорошо. Я пробовал ловить и на что-то более яркое, что-то более темное. Но вот этот как-то работает лучше всего. Это еще больше рыба, чем... Что это вообще такое? Ребята, это жерех. Опа. Тихо. Тихо. Плыви, друг. Расти большим и сильным. Так вот. Ну, джиг. Микрожерех. Микроокунь. Сегодня. Прям хорошо. Ух, ветерок, конечно, тут еще знатный. Ну да. Но вы его не слышите. Но ветер хороший. Давайте отключимся. Сейчас я попробую пойти вон туда. Там ветра, скорее всего, не должно быть. Ну вот, наконец-то ушел от ветра, сразу начал поклевывать. Опа.
Ну, ребята, маленький жерешочек. Сейчас мы его отпустим. Надо же сделать фотографию. Вон он, поплыл. Слушай, ну жерешок хоть и мелкий, но для микроджига прикольный. Да. О, наконец, блин. Что за? Что это вообще? Пам-пам-пам. Пам-пам. Бешеные 500 ударов. Ах. Опа. Оп. Да ладно тебе, плавай. Блин, надо пару окуней хоть сфоткать. Для отчета там Русфишинг. Сейчас поймаем. Нужен какой-нибудь посерьезней на форум-то. Слушайте, ну, посерьезнее окунь. Смотрите, какой он кочегар. Черный какой-то прям. Красивый, слушайте, окунь. Так, ну вот такого мы, наверное, и сфоткаем. А! Какой точный был удар. Слушай, какие-то они здесь темные. Там какие-то светлые были. Опа. Тихо, 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 тихо. Опа. Опа, давай так тебя вытащу. Неудобно. Тут флюр. Ну что, друзья, рыбалка
Получилось прикольно, поймал две бонусные рыбы. Жалко, конечно, что я не заснял начало своей рыбалки. Камера меня еще не подвела. Обязательно поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. И подпишитесь на канал, в дальнейшем будет много-много интересного. В этот сезон я просто посвятил себя именно спиннингу, поэтому, может быть, в другом переключусь на другие снасти, такие как фидер, например. Но сезон пока не заканчивается, он только начинается, так что скоро будет новое видео. И не переключайтесь, до новых встреч!